В Ульяновске работают центры гуманитарной помощи жителям Донбасса. Штабы развернули 21 февраля. Они расположены по следующим адресам. Ленина 146, Гагарина 1 и Краснопролетарская 9. Сюда неравнодушные ульяновцы могут приносить вещи первой необходимости. Консервы и другие долгоиграющие продукты, постельное белье, гигиенические и мыльные принадлежности, сезонную одежду для взрослых и детей. В первый день работы центра набралось немало вещей. Люди отозвались и оперативно отреагировали. Мне важно, например, потому что я сама родом из Таджикистана, и когда-то с нами тоже была такая ситуация, вот в 90-е годы. В штаб на Ленина приехал губернатор. Глава региона напомнил местным добровольцам о том, что с населением необходимо беседовать. Например, о том, что грязную и изношенную одежду людям передавать нельзя. Вы консультируете, что можно сюда внести, что не нужно? Конечно. Да? Но, конечно же, потому что если одежда, все... то она должна быть... Чистая, лучше новая. Центры помощи организованы не только в Ульяновске. В Димитровграде на базе Свято-Никольского храма тоже наладили добровольческую деятельность. Штаб мы развернули сразу же после того, как узнали о том, что есть такая необходимость. Как в средствах массовой информации появилась информация о сборе средств Ростовской области, мы сразу переговорили с владыкой, владыка благословил организовать при нашем храме сбор всех тех вещей, которые очень нужны. Принести все необходимое можно в любой день недели. Центры будут работать без выходных с 8:00 до 22:00. Подробности можно уточнить по телефонам 8 977 700 0180 и 72 77 28. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.